Вот, а сейчас, я думаю, что надо будет подубрать немножко тут, расчистить сейчас сцену. А пока у нас начинается уже ровно по графику фэшн-дефиле, конкурсное. Вот, пока оно еще не началось, я вам озвучу жюри косплея, вот, которое, соответственно, будет фэшн-дефиле журить. Значит, член жюри номер один, Макс Стоби. Фотограф, косплеер, многократный призер в различных номинациях, не единожды была членом жюри на фестивалях России и Беларуси. Верит, что в любую работу нужно вкладывать душу. Поаплодируем члену жюри Макс Стоби. Встала, представилась, как бы, да, молодец. Дальше. Член жюри номер два. Константин Нерлов Энджел. Косплеер с 7-летним стажем. Неоднократный призер в различных номинациях. 6 лет организатор различных фестивалей в Беларуси. Один из главных организаторов фестиваля WebCon нового, который проходит в Минске. Не раз был членом жюри на фестивалях и мероприятиях в Беларуси и в Украине. Я его, кстати, не вижу. Где Костя? Давайте поздравим аплодисментами ангела к сцене. Костя! Тебя очень ждут жюри! Костя! Нерлук Энджел! Обычно все зовут Валеру, а тут Костя. Слушай, а давай как Снегурочку. Костя, выходи! А за поимку Константина объявлена награда 2 наклейки. Да, кто привезет вам Константина, получит минимум 2 наклейки. А живым или мертвым? Любым. Главное, чтобы мог сидеть в жюри и даже ставить оценку. Что? А, вот, нашли его. И 2 наклейки получает Тайлер. Наверное. Ура! Да, дадим. Тайлер, не волнуйся, потом все по-честному. Потом все результат. Наконец уже, вот все члены жюри в сборе. Константин появился. Поаплодируем Константину, что он нашел. А, человек, который, чей ник обещал сегодня коверкать. На самом деле, очень хороший человек, Валера, он вообще-то Миками, но сегодня будет Миками, почти как Пикачу, но Миками. Вот, итак, косплеер 2009 года специализируется на сценической постановке от сценария и постановки боевых сцен до режиссуры и продакшена. Что, кстати, правда, все сценические конкурсные роли получали гран-при. Убежден, что важны не только аккуратный крафт и швы, но и точное попадание в образ. Равно как и умение в нем оставаться на протяжении всего выступления. Верит в типажность и в то, что матерые косплееры из СНГ – это мировой уровень. Поэтому аплодисменты Микане. Он молодец. Я с ним полностью солидарен в этом вопросе. Дальше. Следующий член нашего жюри – Войко. Московский косплеер, дизайнер и крафтер. Является призером и победителем различных фестивалей. Хиган, Аниматрикс Конвеншн, Онина Юру, Хиноты, Тагучи, Аниматсури. Как в роли косплеера, так и в роли модели. Многократный участник ВЦС. Я так понимаю, это World Cyber Sport? Вот так. World Cosplay Summit, пардон. Мне как-то в киберспорт был ближе. Полуфиналист Cosplay Gen Awards. Неоднократный гость на зарубежных фестивалях. Косплей любит аккуратность и внимание к деталям. Вот надо ближе к Валере сесть, он тоже пошла в специалист. Дальше. И последний член жюри нашего сценического косплея K-Way. Косплеер 2015 года, но уже является победителем в номинации Pro на Хигане 2016, а также призером Старкона 2017 в номинации «Лучший космический костюм». Считаю, что главное никогда не сомневаться в своих силах. Помню ее костюмы, она молодец, аплодисменты K-Way. Итак, жюри нашего фестиваля представлено. А сейчас перейдем к выступлениям. Я даже уточнил, кого мы сейчас увидим. У нас тут небольшие изменения в программе, так что... ну что, вы готовы? Будем играть в игру, не выходит, не выходит. Все готовы? Нет, на самом деле. Так, и что? И что? Звук готов? Поехали. Леди Интегра, персонаж Каин, фильм-версия Starfighter. Встречаем аплодисменты. Дейва, фемперсия Абель, фэндом Старфайтер. Приветствую девушек. Музыка.
после этого точно мои аплодисменты. И мы продолжаем. Следующая участница Аннабелл, Круэлла де Виль, 101 Далматинец, Дисней. Шикарно, как никогда, Круэлла де Виль. Следующая наша участница не Лисия, доктор Кто, Тардис. И это был Тардис, или была? И следующая наша участница Анни Леонисия, Gravity Falls, Билл Сайхер. Все это у вас!